Всем привет! Меня зовут Святослав Саражин, и я профессионально занимаюсь вопросами исполнения желаний. И знаю об этом вопросе очень многое. И скажу вам, что это самый важный аспект в жизни человека. Вы скажете: «О, нет! Самое важное – это духовность». Вы же хотите быть духовными, да? Вы скажете: «Нет, самое важное – мир во всем мире». Ну, вы же тоже этого хотите. Вы скажете, что самое важное – это деньги. Но вы же хотите денег. Вы скажете, что самое важное – это здоровье детей, дикторский голос, домик на берегу океана, хорошая машина, свобода и достаток. Вы всего этого хотите, ведь так? А теперь давайте я вам скажу, что просто хотеть мало. Если вы просто хотите, это не желание, а мечта. Вы мечтатель, который дальше не пойдет, если не. Что если не? Скажите, что если не? Давайте я вам расскажу свою историю про мою самооценку. Ведь вы на марафоне по самооценке. И я был серьезного уровня топ-менеджером. Занимался развитием, занимался финансами, занимался продажами. И самооценка, конечно, у меня была в порядке все. Когда у тебя большой штат сотрудников, и кроме того, ты общаешься на высшем уровне с крупными покупателями, с политиками, функционерами различных направлений бизнеса, у тебя с самооценкой все должно быть окей. Но параллельно я занимался личностным ростом и развитием. Проводил тренинги, семинары, а скорее только начинал это делать профессионально. И я захотел взять себя, знаете, так, на слабо. Я сказал себе, что будет для меня серьезным вызовом прочитать тренинг перед незнакомыми людьми, которые вообще тебе не знают, кто ты, откуда ты и что делаешь. И я взял флипчарт, засунул его в свой большой внедорожник, захватил парочку маркеров и поехал в центр большущего мегаполиса, насыщенного, много людей, где жил тогда. И я решил посмотреть, смогу ли я прочитать такой себе тренинг в никуда, в большом городе. И вот я взял этот флипчарт. Вы знаете, что это большая такая доска. Я был в таком пальто, красивое итальянское, черный галстук, все дела, прическа. Вот, и я поставил флипчарт. Люди идут. Это было воскресенье или суббота. Я такой весь в пальто. Мне очень страшно на самом деле. То есть моя самооценка ниже плинтуса. И я пытаюсь максимально сократить время начала вот этого всего действия. Там протираю флипчарт, стараюсь ни на кого не смотреть, при том, что самооценка у меня достаточно высокая. Вот. Думаю, сколько ж можно уже избегать. Я беру маркер. И только я собираюсь что-то начинать, да, у меня еще усилитель был такой, надевался на пояс, вот, тогда таких больших не было, маленький, вот, и я думал начать, и тут ко мне подходит и спрашивает: «А вы фотографируете?» Я: «Чего? Фотографировать будете?» «А, нет, я не фотографирую, я тренинг буду читать». «Какой еще тренинг?» «Ну, тренинг по личностному росту». «Ага, ну хорошо», и пошли себе дальше. И тут я включаю вот этот усилитель, надеваю гарнитуру, беру маркер и начинаю рассказывать тренинг. Начинаю писать на флипчарте, рисовать всякие формулы там по личностному росту. Вот, все люди проходят, обтекают меня как скалу, очень страшно, самооценка ниже плинтуса. Но я рассказываю, и тут смотрю, остановился один человек. Где-то там в сторонке, потому что ему тоже страшно. Потом смотрю, из-за дерева на меня смотрит еще парочка. Потом из-за угла здесь рядышком тоже выглядывают, ну, чтобы не светиться. А потом смотрю, начали люди подходить, все больше. И человек 150, вообще 200 человек сгрудилось вокруг меня подковы. И я рассказываю вещи интересные. И моя самооценка начала подниматься, потому что люди одобрительно кивали головой, они улыбались. Они начали задавать мне вопросы. И вообще самый вопрос, который я им задал, и который вообще разрубил весь лед, который у нас был, я спросил: вот, как вы думаете, зачем я здесь? Все: ну, для того, чтобы там что-то дать. Я говорю: нет, на самом деле я здесь для себя.
и я хочу повысить свою самооценку. И как вы думаете, страшно мне сейчас перед вами выступать? Нет, конечно, не страшно. Вы так хорошо держитесь, классно, молодец. Давай, кто-то меня тогда уже снимал. Были тогда уже первые камеры на телефонах, там в страшном разрешении. Ужасном, да, не в страшном, а в ужасном. Я говорил, на самом деле я боюсь очень сильно, но я сделал шаг, я сделал движение, и я начал перед вами выступать. И теперь мне уже не так страшно, потому что вы меня поддерживаете. Вот, и тогда моя самооценка начала расти. И знаете, я понял, что чувство, что ты можешь, и реальное действие – это очень разные вещи. Вот прямо сейчас мы уже начинаем обучение. Смотрите, вы, еще раз повторяю, что то, что вы думаете, что можете, вот я думал, что выйти на улицу, где проходят тысячи человек, и выступить вообще не вопрос. Я провожу совещания, я провожу лекции, сейчас я выйду. Но выйти реально было очень страшно, это очень большая разница. Максимально. И вот смотрите, вы чувствуете, что можете пробежать 3 километра. Ну вот чувствуете вот ощущение, допустим. И это уверенность и самооценка ваша на уровне. Но вот вы решили проверить это ощущение на практике, как я вам советую. Надели кроссы, взяли бутылочку для питья и побежали. Это если вы проявили намерение и все же решились проверить. Это важно. И тут вы понимаете после первых 300 метров, что не все так радужно. И самооценка, особенно если вы не добежали, и не добежали серьезно, может пострадать. Так вот, смотрите. Даю вам сейчас определение самооценки. И потом определение, которое я считаю правильным. Самооценка – это субъективная оценка индивидуума самого себя, оценивание собственных действий, качеств и чувств и достоинств. А вот определение, которое я полностью поддерживаю. Это самооценка, это готовность сделать шаг к достижению цели, несмотря на тревогу и неопределенность результата. В первом случае тут ни о чем. Я могу чувствовать, что пробегу там 3 километра. Могу не чувствовать. Но я могу чувствовать, что... Я могу каждый день заниматься, ходить в спортзал. Я могу чувствовать, что я могу заработать сколько угодно денег. Но одно дело чувствовать, думать, что я могу, иметь какие-то навыки. Другое дело действовать. Когда вы принимаете решение действовать, когда вы решаете и проявляете намерение, это совершенно другое. То есть у вас начинается сомнение, у вас проявляется неуверенность. У вас проявляется страх, но при этом вы двигаетесь вперед. Вот что значит самооценка. Вот смотрите, мне нужны на данный момент отношения, допустим. Я хочу найти свою половинку. И вот тут я буксую, да, испытываю тревогу, там, предвижу неопределенность результата, но я иду и делаю. Вот самое важное в самооценке. И это самый важный аспект. Действие. Действие и еще раз действие. Потому что в основе неуверенности в себе, низкой самооценки, лежит обыкновенный страх, который лечится уверенным шагом навстречу этому страху. Я тут не буду кричать, как это делают тренера личностного роста, Энтони Робинс, там, подними свою жопу, двигайся, прыгай навстречу удаче. Это мотивация называется. Это вот взять себе за шкирку. Самооценка – это немного другое. Самооценка – это глубже. Самооценка – это собственное уважение. Самооценка – это то, что вы собираетесь сделать, несмотря на неуверенность и, возможно, страх. Это не мотивационный тренинг. Мы тут глубоко копнем туда, где гнездится неуверенность, где гнездится страх. Разберемся, что и как с этим делать. Мы будем выполнять интересные креативные задания. И вы, все вы, те, кто тут со мной, поднимете свою самооценку. И будете знать, как ее поднимать и удерживать. И скажу вам так, всегда ли она будет высокой?
Не всегда. Нет. Конечно же, нет. Но когда она у вас рухнет по каким-либо причинам, вы будете иметь готовые инструменты, как с этим справиться, как вернуться на уровень и подняться выше. Дело в том, что самооценка – это как птица, которая летит. То есть сейчас она взмыла высоко в небо и чувствует себя уверенно. Вот порыв ветра, гроза, и пришлось турбулентность какая-то. И она упала вниз, поднялась опять. Вот то же самое самооценка. Она постоянно двигается то вниз, то вверх, то вправо, то влево. Самые уверенные с виду люди всегда обязательно имеют такие периоды, когда их самооценка равняется практически нулю. Когда хочется упасть, зарыться. И вот, но каждый раз мы встаем и двигаемся дальше, преодолевая страх, преодолевая неуверенность. И у нас есть страх, и у нас есть неуверенность. И у человека, который с вами сейчас говорит и который рассказывает вам о самооценке, тоже есть такие периоды. Они есть у всех. Мы люди, мы приходим сюда именно за эмоциями, за то, чтобы почувствовать эту дуальность. Настоящая уверенность в себе – это мужество, это смелость, это компетенция, это любовь к себе и самое главное – самоуважение. Уверенность в себе – это не то, что вы должны обладать каждое мгновение каждого дня. Не стоит надеяться, что обретете ее прямо завтра. Это прежде всего выбор двигаться по направлению к тому, что для вас действительно важно. Уверенность больше связана с внутренней непоколебимостью, ну, наверное, чем с внешней бравадой. Кричать, что «я буду смелым, я двинусь вперед» – это одно. Но когда у вас есть внутренняя уверенность, что я пойду вперед, без крика, без воплей, без стука в щит там или в голову, вы просто идете и делаете. Вот что самооценка. Можно сколько угодно хорохориться, размахивать руками, кричать, различные кричалки. Но когда дело дойдет до действия, шмыгнуть в кусты и растоптать самоуважение. Я уверен, что вы хотите со всем этим разобраться, наконец гарантированно получать от этой жизни все, используя как один из инструментов высокую самооценку. Без уверенности в собственных силах, со страхом в сердце и дрожью в коленях желания не исполняются. А самооценка – это прежде всего исполнение желаний. С низкой самооценкой желания не исполняются. Желания исполняются с внутренней непоколебимостью в собственном могуществе. И я вам это буду доказывать. Доказывать, что вы, вот вы, ты, конкретно самая могущественная штука на Земле, которую сотворил. Да кто бы ни сотворил, неважно, вы поверите в себя. Вы поверите в то, что не просто пришли на эту планету. Вы родились, чтобы получить от этой жизни по максимуму. Чтобы получить от этой жизни отношения, деньги, радость, свободу, не страх, не неуверенность в себе, не прозябание в темноте, болезни, бедности. Нет. Мы все будем разбирать по косточкам. И для начала я попрошу вас выполнить задание дома. Домашка такая. Вы не обязаны, но я рекомендую. Напишите, пожалуйста, все свои победы и достижения, начиная с зачатия. А если вы в теме, то и до. Что я имею в виду? К этому видео вы получите листик или несколько листов, которые нужно будет обязательно либо распечатать, лучше всего распечатать, если это будет возможно, если нет, заполнить, но обязательно подойти к этому очень ответственно и серьезно. Напишите, пожалуйста, все свои победы от и до, вот от начала зачатия. Вы помните, как вы пришли на этот мир, в этот мир? Нет? Ну, тогда вам наука подскажет. Если вы не в теме и не можете написать, что было до, то в процессе несколько миллионов вас, таких претендентов на жизнь, устремились, чтобы получить один всего лишь шанс. И ты, только ты победил или победила.
Почему? Почему несколько миллионов умерли там? Все растворились. А ты один пришел сюда, на этот свет, и смотришь это видео, знакомишься со мной, и все не просто так, все неспроста. Наверное, для чего-то важного. И это первая твоя победа. Напиши о нем, что я пришел или пришла в этот мир, победив миллионы и миллионы. Один. Одна. Ты родился. Кроме того, что ты родился, ты выжил. Ты сейчас меня смотришь, и в детстве у тебя не было никаких смертельных болезней. Не будем об этом усугублять, да, но ты выжил, ты здесь. А вариантов было много. Третий момент. Ты, когда сделал свой первый шаг, ты сделал свой первый шаг по этой земле, и ты победитель. Ты первый раз сел на велосипед и поехал, упал, встал, поднялся и снова поехал. Почему? Потому что ты хотел удовольствия, и это снова победа. И таких побед у тебя много. Тысячи. Даже не сотни, а тысячи. Но если ты вспомнишь хотя бы сотню или больше, то будешь молодец. Мы этим видео начинаем марафон «Я Альфа». Альфа – это самый сильный вожак. Это самый могущественный вожак. Неважно, девочка ты или мальчик. Девочки тоже бывают альфами. И в волчьей стае, и в прайде, и в жизни. Быть альфой – это не быть агрессивным. Это не быть хищником. Это быть самим собой. Это иметь самоуважение на уровне Творца. Это любить себя. А если ты любишь себя, то ты изменяешь этот мир к лучшему. Поздравляю вас. Вы на марафоне «Я Альфа». Самооценка лидера. Увидимся. Пока-пока. С вами Святослав Старажин.